Так, друзья, как быстро почистить каштан? С плоской стороны, не вот нигде выпуклость, а с плоской стороны ножиком аккуратно вот так вот отрезаем, складываем в воду сразу и ставим вариться. Варить нужно не очень долго. Ну, где-то уже потом посмотрите, они как только чуть станут мягкие, можно уже убирать с огня. И дальше покажу, что нужно делать. Ребята, как только вот начинает закипать каштаны, убираем с огня, сразу их не достаем. Я достаю небольшими порциями, потому что если вы их сразу достанете, они отстынут и снова у них кожурка будет плохо отходить. А когда они горячие, вот такие, с пылу с жару, они очень хорошо быстро чистятся. Вот маленькими порциями беру. Так, эту пока сюда поставим. И вот посмотрите, как она будет очень быстро хорошо выглядеть. Видите? Вот так вот сделали, все, и она сама выпала из кожурки. И сразу же в холодную воду обязательно, иначе каштан может почернеть. Как только достали, сразу в холодную воду. Видите, вот так подковырнули мы. Видите, она как хорошо быстренько слазит, кожурка. Это потому, что они горячие. Если они отстынут, кожура опять начинает прилипать. Таким образом чистим каштаны. Очищенные каштаны обязательно нужно держать в холодной воде, чтобы они не почернели. Я заранее готовлю с вечера, если я буду готовить.